Всем привет! Сейчас вот показываю, сколько у нас на градуснике, который внешний. Где-то минус 13 сейчас. Ну, поскольку на улице очень холодно и плюс нет снега, в доме, соответственно, тоже холодно. Мы решили параллельно с газовым котлом, сейчас вот покажу, вот твердотопливным котлом подтапливаем. Вот, видите, тоже включен газовый котел, не на всю, он достаточно старенький у нас уже, мы просто боимся на всю включать. Вот видите, показываю, насколько это возможно. Ну, вот показываю, чем мы топим. Это наши дровишки, обрезанные с наших деревьев. Не всех, конечно, еще обрезать придется нам, возможно, даже в феврале, пока сок не пошел в деревья. Вот в этом году дрова мы не покупали, потому что для нас цена неподъемна. Это 20 тысяч гривен за 10 складометров. В прошлые годы, ну, мы еще как-то собирали деньги и покупали, но в этом году это уже дороговато. И мы решили, конечно, топить газом. Но вот хотя бы вот эти дровишки нас очень выручают на случай таких морозов, как сейчас.